Воскресенье, 10 июля. Покос начался. День косьбы. Здесь где-то в районе 5-6 гектар. Дня через два поедем убирать. Масса нету. Как-то так. Всем привет! Сегодня 13 июля. Косил воскресенье, сегодня среда. Собрали три телеги. Вот. Короче, принял решение, буду вывозить по одной телеге. То есть в прошлые года цеплял паровозом и ехал. Но опасно, дорога не очень. Поэтому, дабы не рассыпать, потихоньку, помаленьку буду вести по одной. Один вал не дособрали, уже не вошло. Вот. Ну ничего, в следующий раз. Так, хороший урожай относительно. Так, ну что, я продолжаю вывозить сено. Одну ходочку сделал, покушал. Вот сейчас приехал на поле, телеги сцепил. Получилось одному сделать. Все, поехал в сторону дома. Вот. Ну, дай бог, сейчас нормально дошагаю. Вроде первая телега хорошо прошла. Потихоньку, помаленьку доскочу. Привет! Сегодня 30 июля. Вроде как закончили убирать сено. Это у нас четвертый выезд в этом сезоне. Вот сегодня сделали практически три тележечки. Одна на этом поле и две крайних с другого поля. Такие дела.